пацаны. Я одного Макса вроде рванул. Сейчас он бросает снизу гранат, держите их там. Я тоже снизу подстою и пока гранатами закидываю. Я, ребята, получу. К вам там дал на помощь летит по ЦГХе. Блин, не могу резаться, началось почему-то. Точка есть, все, а резаться. Они на А идут большой пачкой, походу. Да, а пойти можно вообще так? Они там не раз больше уже смотрят. Бля, еще. Ладно, ладно. У нас с спауном в РНХ, у нас сейчас где-то вот все, РНХ и спауном пошли. По большой лестнице. Много? Подумай, еще раз, ты берешь стрит, что ли, южный, да? Чего, Да. А смарт, ты деплой, ты все чил, по-моему. Там кашем скинули вообще. Там сам возьмешь или тебе помощь? Нет, здесь человек 15. Ну, подъем. Думаю, человек 15 на южный, или северный, стиль северный. Ну, здесь есть сандиор. С другой стороны проходят. А, они не обойти хотят. По карте, смотрите. С другой стороны, то бишь откуда? С большой? В северный возьмешь. Через скану и... На малой никого пока показывает. Я их там ПТ гранатами неплохо приложил. Целос как у тебя, цифр. Там куча, куча нормально Макса. Отжали. Кто пошел на малой? Ой, на большой кто-то. Что там как-то пилился, блин. Да он соло выбежал, давай, но там посмотри по карте, там еще есть картина большая. По мостикам идут Макс много. Пять. По левому? По левому. Большая раш. На большой раш мак. Раш мак. Фу, блядь. Ну вы поняли. Короче, большой они прорвали. Рик заспамили гранаты. Там до хрена. Ну там подымите на лестнице вот генератора. Банан отобрали. Еще Макс идут. Ой, куда у них их сток? Где на нашем клингере? Ой-ой-ой. На большой ревай пошла. Большой идут, они рашат. Залиты там. Пиздец, они тут. Подожди. Спасибо. Ты жесть, блядь. Да что ж передо мной этот Макс-то гуляет? Ядрю на вож. Денис, только Макс набрали. Сначала тут рибаками таранили, тут куча Макса. А что я сейчас брось там гранату, им понравилось. Включить кто-нибудь под Легена? Ты с карты сюда. Олесник, да? Иду. Ты что, ты порадовал? Ребят, давайте это самое. Кто-то хотя бы один схват на лепесток. Я из стрельбы вообще ничего не слышу. А я не вижу. Который лепесток? А все, убили всех. А где ты находишься? Патрон наш. Ребята, еще шлидар. Давайте на лепесток, ребят. Ребята, ходите на лепесток, срочно. Кайф, поспокойнее, тишина. Блин, у меня не рендерится половина народа. Мои свои. Да нет, 27. Да, даже у меня 2 метра столько рендерится. Техника. Техника. Опять карта багнула, да что ж такое, блядь? Я поставил маяк, можно дропнуть сразу на точку. Им не успеть взять. Тут техники очень много. Я знаю. Во, тут Макс и пехота, что-то... Бег своих решает, блядь. Альфа, ребят, я вот на точке. Я на точке, ребят, и поставил маяк для альфа. Можно дропнуть сразу на точку. Подымите, блядь. Нет, этого нету, я внизу уже куда. Ну, вон кого-то убиваю. Я своих уже не успеть сделал, блядь. Просто убивал. Дымите вот, да, все. Прикольно, а что джампад не сработало? Не успевает обрабатывать. Я вниз упал. Тихо, точку заняли уже. Знаешь, там, не знаю, не видно. Может, не дробь. Ребята, а что мы собрались? Мы уже против заняли, а что в чем проблема? Мы уже заняли. У них Сандер за вторым джампадом. Врывает. Только он не развернут. Слушай, поставь маяк, на выходе в стол дропать. Блин, тут просто смотрите, чувак висит. Смотри, кто-то много подбежало. Поднимите портальный. Сзади взорвали.
Второй катер. Через мост везут. Под лепесток. Бля, куда я прыгну? Бекон на браво стоит. Лол. 67 очков сдали. 67? Еще одна. Нет, 60 и 667. Дим Ковров просто 67, я уже не думаю. Все, ходите, ходите. Ого. Наша. Блин, меня слышно. А у них Грибаев? Карасер катается с Халбертом. Меня там что-то не катается. Причем мало того, что он катается, он еще как-то в башню попадает. Танк? Надо старый разрывать. Харек. Ебать. Я резко попал. Убейте меня кто-нибудь, убейте хвоста. Потому что я заебал убивать. О, отлично. Да сука, этот танк заебал тут стоять, блядь, пиздец. Я уже шестой раз умираю, поди, блядь. Не надо, взорви его нахер. Не резкий меня, короче, бесполезно. Кайфка. Если ты отдаешься, то не надо отдаваться, засесть куда-нибудь и все. О, я живой. Если на него сидишь, блядь. Давайте ему, короче, оружие сейчас блокнуть, блядь, сейчас. Мы их просто разорвали. Агрессор пошел. Да. Чтоб не въебал потом. Кто там с Рамира, это, конечно. Когда я бросаю в гранаты, не надо мне просто проходить, как Макс.